Всем привет на 268-м стриме, и мы продолжаем проходить игру I Wanna Kill The Camellia 2 и продолжаем бить босса Destination, первого из босс Раша. У меня чуть-чуть камера сбилась, сейчас настроим. Привет, Айкор. Привет, сосочки. HP. Так, по звуку не слишком громко. Нет, я не прошел восьмой мир Боши. Привет, Zero. Sorry, HP, I don't understand you. I can understand only Russian or English language. Привет, Silver. Привет, Ворф. Так, ну что, Destination. А, я забыл таймер, ну пофигу на таймер, короче. Во сколько я там начал этого босса убивать? Сейчас посмотрим. Нет, я же ответил, я не прошел. А, 43-41 я начал. Значит, я уже 8 часов его убиваю. Поехали. Красная. Так. Я и забыл уже страту мою. Оп, не пошло. I listen this later after stream. А, забыл про страту на желтую, лол. Не, Zero, забей, я ничего не разогрелся, нет. Наоборот, тут надо разогрев, короче. Так просто это не идет. Я даже забыл про страту на желтые. Не, нормально. Пум-пам-пам. Дурацкие яблоки, которые отскакивают, непонятно куда. Ой-ой-ой. Ну что это? Ну что это? Вообще зажали. Привет всяким совам. Всегда волнительный момент. Ну как волнительный, так скажем, неприятный. Да, постригся, ну не то чтобы давно, несколько стримов назад, так скажем. Даже что желтое не щадит сегодня. Дурацкий я.
Я еще ни одно орудие не снес. А вы говорите, убей уже его. Да куда? Я должен на каждой попытке, ну хотя бы через одну, убивать одно орудие хотя бы. Ну или скажем так, доживать до музыки такой спокойной, мелодичной. Потому что по убийству орудий, ну я уже говорил, что это такое. Они же рандомные тут. Вот это вот была подстава. Дурацкие пророки сидят у Just Observer на стриме. Так что можешь сходить и туда. Ой, шип, что-то не забыл. Ну, ссылка Just Observer. Ну, и SK2, и Twitch, как бы. Но он третью камилку проходит, если что. Скажи. Опять фиолетовая пошла. Шанс на убийство фиолетовый. Ну не прям сейчас, но вообще в этой попытке. Вот, дожил до этой музыки наконец-то. Это уже типа хорошая, значит, попытка. Конечно, хорошо бы до цикла бы музыки доживать бы хотя бы. Хедшот синий. Дабл килл. Ну не, ну зажали. Mm.
Вот, да, два орудия, да, у меня лучший результат. Второй раз это случилось. Удачи, Айкор. Вот это была хорошая попытка, очень. Но на этом стриме надо бы три орудия уже убить. Это уже экстрим. Привет, Раун. Вообще, в принципе, в идеале, если желтую первую убить, то дальше можно вообще не умирать. Все-таки, наверное, в итоге, вот опять, да, у меня меняется то-то, но в итоге, наверное, все-таки желтая самая тяжелая. Привет, Александр. Да, до конца посмотрел. Привет, Михаил. Почти сначала, с третьего уровня смотрел и до конца. Блин. Привет, Solar Himaster. Вообще я как бы не планирую пока. Но она слишком сложная для меня будет. Ну то есть, как бы, теоретически может быть, теоретически, да? Но никаких там обещаний и так далее я не даю. Привет, Закон. Так, что-то я умираю на ерунде. Давайте остановимся. Ну, я имею в виду, прекратим умирать. Just Observer, она тоже слишком сложная. Но ты видишь, он начинает всякую фигню делать. Ну, вот лично мне, как бы, я такое не хочу делать. То, что, ой, этот босс слишком сложный, чтобы его на стрим убивать, типа, это слишком нудно, давайте я это буду делать не на стрим, да? Я не хочу так делать. Если я буду проходить, я буду проходить целиком на стрим. Абсолютно все. А значит, должно быть... Ну, скилла должно быть настолько достаточно, чтобы это было, ну, более или менее приемлемо по времени. Более или менее. То есть не сильно нуднее, чем вот прохождение второй камеры. Год мода нету. А вообще Just Observer, он в целом-то сильный игрок. То есть у него очень мало опыта в айванов, да? Но учится он, я вижу, быстро довольно. Очень быстро учится. Так что я думаю, что он скоро по скиллу-то меня перегонит уже. В айванах. Да ладно, я на него попал. Видел это я издалека.
Да ну, я почему-то думал, как-то вот, знаете, тяжело, как сказать, то есть я видел, что это яблоко оттолкнется, да, я видел, что оно отрикошетит, но почему-то я был уверен, что оно чуть-чуть позже отрикошетит по таймингу, и в итоге оно отрикошетило меня. Да вот это дурацкие смерти, вот таких смертей не должно быть уже давно. Ну, лол, я 8 часов на боссе, и такие смерти просто ни о чемные. Вот, сейчас я рикошет откатал, а тогда такое ощущение, что он раньше времени не сработал. Ну, это, видимо, просто ощущение, скорее всего, дурацкое. Вот это зажало. Выжил пока. Задел? Да ладно, я думал перепрыгнул. Почему оно должно было вверх отлететь куда-то, ну... Бред, Джокер, нет. Почему? Начало, 17 минут стрима. Нет, они... Прикол в том, что эти фейлы, они не начинаются. Они никогда не заканчивались. Вот, они и не заканчивались. Просто я пока ракую. Нет, с фиолетовой мы не будем начинать. По крайней мере, не сейчас. Нет, говорю. Не с фиолетовой. Да ты издеваешься, что ли, игра? Ну. Но фиолетовый врубил. Да не то чтобы затроллено. Ну, глупо, опять смерти. Ну такие, ну вафли чисто. Да ну как об этой... Вот вы видели, как об это яблоко можно было умереть? Но я сам... нормально. У меня, кстати, уже глаза все адаптировались. Я уже... Мне переходы уже вроде не колышет. Я забил.
Я именно в тот момент не хотел фиолетового, а сейчас уже пофигу опять стану. Меня раньше музыка напрягала тоже сильно здесь, а сейчас наоборот стало нравиться лол. Её Зун написал. Зун плохое не напишет. Ну правда, это ремикс. Да, жив! Минус синяя. Блин, я мог и 3 снести, в принципе. Это, по-моему, была очень хорошая попытка. Несмотря на то, что я снес одну, но по урону общему это была очень хорошая попытка. Наверное, может лучшая. Где интереснее? Ну, не знаю. Вжался в стул, пощади стул. Но у меня табуретка, я не могу в нее вжаться. Вот это вот не пошло. Вот с красной начинать это хорошо. Не обидно завафлить. С желтой тоже, но... Привык стол.
бафлю это. Привет, Бобёр, давно не видел тебя. У тебя Новый год, что ли, закончился? Или сессия? Вот это сейчас было... Ох... Что такое? Заходи на Twitch там или на Good Game. Опять фиолетовая первая. Ну ладно, так уж и быть, побьем фиолетовую. Может, вынесем заодно. Я действительно так прыгнул? Я действительно так прыгнул? Hi, HM, Maxi. Yes, destination boss. Сейчас было очень неприятно. Thank you.
Да ну, о! Протер шип, короче, спиной или чем-то, даже лицом. Не дало, не дало пройти мне. Я их пробовал по одной-две попытки, чтобы показать, какие они есть. А так чатик проголосовал за этого босса. То есть, значит, я пока его не убью, я других не пойду. Нет, я не прошел Good Evil Design, вчера пытался. Привет, пророк. Как я умудряюсь так делать? С такими файлами я не пройду вообще. Я был абсолютно уверен, что оно за меня пролетит. Не знаю, но я два орудия сегодня выносил, пророк. По-моему, ты в тот раз говорил, что босс умрет сегодня. Ну, один раз только два орудия сегодня выносил. Самое смешное, что, по-моему... я даже по одному орудию ни разу не выносил. Только два и ничего. Или нет, или все-таки выносил одно. Не помню. Вот это, видишь, это вот вообще как бы... Это я хз, как размиглить. Даже если бы это оставалось последнее орудие, я бы умер бы на нем. Ну вот как? Вот как? Там типа очень маленький прыжок бы спас бы, но... Во-первых, его еще сделать надо, во-вторых, заранее не предугадаешь.
как эти яблоки они убивают. Ты этого хочешь? Не пускает. Просто повезло, что закончилась фаза. Привет, Мадичи. Нет, это Destination. Повезло. Ну не так же умирает-то, ну. Полная жесть просто. Нет, я уже гирлянду сегодня снял. Легубиц. Такое. Но они одноразовые, ты же понимаешь. Это к чему эти смайлы Джокера, я не понял. Да я что-то забыл, где у меня коробка с этими игрушками елочными. Хотел разобрать. А потом смотрю, уже стрим начинается через 10 минут. Забил, короче. Потому что красная, она действительно не очень. Все по плану сейчас шло. А вы что думали, случайно нарандомил, что ли? Так и задумывалось. Могу опять из угла выйти. Погнали.
бомбить начнет от таких смертей. Именно от таких смертей. О боже, я на сложном не сливаю, сливаю на легком. Я просто сливаю на легком постоянно. Это примерно пророк, вот как у тебя с тем местом на Нанге, вот такая же ситуация. Давай, удачи. Вот. Привет, Айо. Что-то как-то зажато было. Ты не забомбил? Ты не забомбил там? Может, вот пересмотришь? Ну, в смысле, ты не выключил, да, но ты забомбил. Я тоже выключать не собираюсь, если ты об этом. Нет! Ну что за ну... и опять красная. Блин. Экстрим просто какой-то. Растерялся немного, ну да. Ну, смерть абсолютно понятная. Тупой рандом, желтый меня убил просто. Абсолютно понятная смерть. Как и вот сейчас. Ну, просто я начал с угла, как бы. Безысходность. Абсолютно понятная смерть. От таких смертей у меня не бомбит, потому что, ну, судьба. Да, слишком угол был крутой. Точнее, наоборот, по отношению к стене слишком маленький.
сегодня, кто не видел, был спидран третьей Камиллы полной игры от Ю-Ю-Ду, да. И скрылся один неожиданный факт, лично для меня, я не знал. Он, короче, там, когда уровень, где нужно музыкальные повторять комбинации за Камиллой, он использовал какую-то программу. Типа, обычно это считается читом, но ему, короче, разрешили. Или типа того, насколько я понял, потому что он, оказывается, color-blinded. Он не различает цвета. А там это типа без этого, ну, не пройти. Ну, не пройти, потому что не видишь, куда нажимать. Нужно в цвета же попадать там. Жестко довольно. Как он Сайбера проходит? Он с третьей попытки Сайбера прошел. Так звуки, а чтобы повторить звук, тебе нужно на правильную нажать эту, на правильную нажать кнопочку, которая по цветам. К2 у него рекорд, да. А К3, вот он сегодня за 7 часов 1 минуту прошел. Но до Камилки, до последнего босса, он прошел быстрее, чем мировой рекорд. Но на Камиле очень долго посидел. Лола, как он Камилю-то убивал? Я что-то только сейчас прозрел. Там же двухцветные шары. Нет, ну это не подписаны, по-моему. Там же на последнем боссе, там двухцветные шары, и ты переключаешь свой цвет. Типа, в какие ты умираешь, а в какие нет. Как он это прошел? Видимо, он там по оттенкам серого все-таки как-то можно воспринять. Ну это жесть. Нет, знаешь, он не поэтому был долго, потому он до третьей фазы дошел очень мало раз. Он, по-моему, до третьей фазы там дошел 5 раз и вот на 5-й раз убил за час с чем-то. Это очень мало, это очень мало. Да, он на Рокито там долго сидел, но это понятно, это все, ну бывает. Он на последнем сейве застрял очень тупо, он просто F-прыжок не мог сделать. Обычный F-прыжок, он после сложного F-прыжок и падает. И так раз 10, наверное. Не-не-не, пророк. Дальтонизм — это когда типа меньше цветов видишь, да? Типа какие-то цвета ты видишь неправильно или что-то такое. А бывает, это не дальтонизм называется, это что-то другое, когда ты вообще черно-белое. То есть когда колбочки вообще не работают в глазах. Может быть, бобер, я не знаю. Ну, как бы не объяснялось. Просто в чате написали об этом.
Ну все тлен, пророк, все тлен. Ой, название не знаю. Не знаю, как называется. Взял, умер. Первый раз ты снова слышишь Джокера. Но может быть оно фиг на это. Да я стараюсь не подать яблочки. Бобер, а у тебя водительские права есть? Просто как светофор-то? Ну, я понимаю, что ты просто видишь, что какая по счету лампочка там горит, да? Но как бы это, то есть нормально, да, так разрешено? А как вообще, ну, я так понимаю, ты никогда не видел цвет красный, да? То есть ты даже, можно сказать, не представляешь, как он выглядит, да? Горизонтальный светофор, по-моему, не бывает для автомобилей. Это только на гоночных треках там бывает. И там для поездов там что-то, ну, типа того. Для автомобилей вроде не бывает горизонтальных светофоров. Ну, не знаю, по крайней мере, в России не бывает. В других странах хэзэ. Хотя я ездил и на юг, и на восток. Ну, не на Дальний Восток, на поближе. На Урал. И за время всего путешествия и туда ни разу не видел горизонтальных светофоров. Ну, ездил на машине, да, вы понимаете? Но, бобёр, ну ты, то есть, ну типа ты понимаешь вообще, что, скажем, вот этот, ну как бы, цвет, он по идее красный, просто ты его типа неправильно видишь, или ты реально его можешь перепутать с зеленым, например? Ну то есть, как бы, то есть, ну ты все-таки можешь отличить, или ты можешь реально, типа, вот рядом красный и зеленый, и ты думаешь, что это одинакового цвета? То есть, как бы, есть ли проблема именно с идентификацией? А, вон как выбер. Красный и желтый одинаково выглядят, зеленый немного иначе. Ну то есть в целом как бы справляешься, да? Конечно, забавно, что
объяснить тебе, как выглядит красный цвет, вообще невозможно. То есть, типа, вот ты, да, говоришь, иногда видишь какое-то вроде отличие, да, и типа, ты хз, красный это или нет. Ну, я тебе не могу с этим помочь. Подтвердить или опровергнуть. Вот эта фаза, сейчас красная. Вот это, здесь весь экран красный. Кстати. Вряд ли пророк, потому что физиология одинаковая, с чего вдруг должны по-разному воспринимать? Не думаю. То есть здоровый глаз, почему он должен по-разному воспринимать? Мне кажется, это ошибочная теория. Ну то есть ни на чем не основана. Ну вот и слава, да. А, это генетическое? Я думал, это физическое недостаток глаза. То есть, грубо говоря, если протез поставить, то будет видеть. Ну, если предположить, что полноценный глазной протез, работающий, создали, да? Пока есть такие донские прототипы, но, допустим, полноценный сделали. И все равно не будет различать цвета, да? И именно вот в том случае, который ты написал. Минус красная, естественно. Ну я в целом понял, бобер. Ну то есть как бы просто искажены цвета, но в целом различия есть. Не-не-не. Ну, как бы, возможно, пророк в каких-то случаях дело не в глазе, но вообще-то, как бы, по идее, в глазе в основном. Ну, то есть. Либо в сетчатке, либо в колбочках там. Ну, то есть в каких-то случаях, может быть, там в нерве дело или в мозгу, да, но вообще, как бы, я думаю, чаще всего в глаза дело.
что-то начал мешкаться направо-налево, не решил направо, и поздно уже было. А, в твоем обержи. Ну да, то был красный бобер, то был красный. Как и вот эта вот фаза, она тоже красная. Вот это опять, на которой я умер. Удаляет. А еще слепые пятна делают, из-за которых яблочки не видны иногда. Вырезает некоторые объекты с экрана. На это яблоко, оно же вниз уже улетало. Некоторые пророк. Что-то это жесть какая-то. Как можно светлое от темного не отличить? С любыми дефектами. Что-то я не верю в это. Прыгать заранее. Ну, я пытался из угла уйти, но это сложно. Я сам не знаю, какого там цвета.
как бы тут просто проблема в освещении на самой фотке. Как бы в реальности бы все отличили. Но эту картинку можно долго выбрасывать. Всяким, кто еще не видел и так далее. И на заново скоро открывать. Так в смысле, так выяснили кто-то, а об этом другие не будут знать, кто там выяснил. Че, не знаешь, как это бывает, что ли? Если кто-то выяснил, думаешь, абсолютно все об этом сразу узнали, или что? Только те, кто интересовался темой. А кто вообще первый раз об этом услышит, он опять может не знать. В смысле синий и черный? А, скайп, блин. Ну да, Владислав, у меня вот как справа. Я не понял, где там синий и черный пророк, если честно. Ты, видимо, про другую картинку говоришь. Я, брат, не понял, про какую. Такой сильный? Да ладно. Такой сильный, что там черный цвет где-то ты нашел? Да ну не может быть. Просто не может быть, чтобы там был черный цвет. Хоть при каком освещении эта фотка сделана. Нет. Нет. Это твой какой-то выдуманный факт. Thank you.
А как, о чем мне гуглить? Я сам что ли не вижу? На фотографии нет черного цвета. Я не знаю, какого цвета ткань, но на фотографии нет черного цвета. Как бы хоть 10 экспертов напишут, что на фотографии черный цвет, как бы мне все равно. Я что, не знаю, что такое черный цвет, по-твоему? Нельзя как бы сказать то, что показать белую картинку, например, да, и сказать, что 10 экспертов мирового уровня скажут, что она черная, и тогда я должен поверить, да? Ну, ты же понимаешь, как бы это вообще не аргумент будет, если я явно вижу, что это не черный цвет. То есть то, что там он на фотке со вспышкой мог получиться, допустим, не черным, а из-за вспышки какого-нибудь света, ну я еще могу поверить, но на фотке черного нет. Нет же, ну... И чё, там где бликов нету, тут нет черного цвета. Ну, знаешь, я любой фотке можно до такой степени затемнить, что там будет вся фотка черная. И что? И что? Вообще не аргумент. Ты можешь хоть 10 раз математически доказать, что там какой-то там, не знаю, черный цвет, да? Но если его нету там, ну, не в одном каком-нибудь пикселе, да, я имею в виду, а массово, то значит его там нету. Потому что черный цвет отличит любой человек. С любым, любой цветочувствительностью и так далее, да? А тем более у меня с этим проблем вообще нету. Я понимаю, там можно оттенки цветных цветов, извините за тавтологию, да, спутать из-за какой-нибудь освещенности, но не черный, но не черный. Опять сейчас была глупая, как сказать. Короче, под яблоко шел опять.
Синяя почти отъехала. Что я должен был сделать? Если на черный наложить немного желтого и белого, то он перестанет быть черным? Ну, то, что ты наложишь, он такой и будет. Или ты имеешь в виду, если смешать? Нет, если смешать, то будет темно, скорее, по-моему, как, ну, типа, если желтый наложить, будет темно-желтый вроде бы. Ну, если честно, я про смешение не помню, но какая разница, что с чем смешали? Главное, как по факту, что это чем является, правильно? Так мне все равно, какое на самом деле платье. Мы говорим, какой цвет на фотке. Мы говорим, какой цвет на фотке. А не какое там в оригинале ткань. Потому что изначально речь-то шла про определение цветов глазом. А не про... умение, как это сказать, определить там искажение цвета там вспышкой и так далее, освещенностью. Это уже для фотопрофессионалов, как бы. Привет, Альзорго. Ой, на кого это ты подписался? Что я делаю? Это чем такую опасную штуку я делаю? Жесть. Можно же подождать сколько угодно. А, это новый смайл Твича? Забавно. Не знаю, что за новый смайл, пророк. У меня, как видишь, не отображается. Хотя я могу открыть, в принципе, и глянуть. А, так это же... это... спёртая иконка Love Games.
нет причин его оскорблять. Зачем хиппи? Зачем? Сложно было. Лучшая попытка, это я снес два орудия, и у тех двух осталось примерно по половине. Всегда бы так микрить. Жесть. И так, и не умирать так. Это был единственный вариант, который я видел. Очень сложно вот эти вот микрош делать, микрить вот красные, когда там нужно меж яблок пропасть. То есть я даже вижу как, и это возможно, но там именно микроконтроль, как бы это, такой, ну жесткий, короче. Декабря, то есть прошел ровно месяц. На самом деле я опережаю график. То есть я сейчас абсолютно не волнуюсь по поводу 100-дневного челленджа. Мне кажется, я уложусь. Челлендж вот должен. Ну как бы посмотрим, как последний босс еще пойдет. Он такой, тут говорят, может много времени отнять. Но как бы у меня и будет на него много времени. Странно, я думал уйду. Еще одна смерть, которой не должно быть просто.
это РЗ? Не видел я того всем стрима, что-то сегодня. Вроде не было. Да, я давно сказал, что 3 апреля. Нет, он закончится раньше, когда я пройду игру. Но, типа, это крайний срок. Так что не будет вашего Ориона, потому что я пройду за 100 дней. Пустила меня желтая. Так спросил бы у меня, я бы тебе сказал, я знаю, что 3 апреля. Я же уже вычислял давно и говорил об этом на стриме. Синяя сейчас отъедет. Отъехала. И я отъехал. Ну. Блин. Что ж такое-то? Неудачно начал фазу просто. Да что мне ехать-то от дьявола? Ну вот отъехал только что. Вообще не сообразил.
что я сделал только что? Фиг с ним это начало. Почему я это не прочитал? Почему я это не прочитал? Странно. Как это вообще? Я даже не понял, почему они полетели так. А, опять отскочила не в ту сторону одна из них. Потому что мне казалось, они не должны именно так полететь. Блин, дурацкие яблоки. Которые отлетают не в ту сторону. Вроде все делал правильно. Ну, вот это что? Все-таки зажало. Высматривал, короче, путь, чтобы мимикрить между яблок, забыл про шип. Да что ж такое-то, ну. Ну, в целом, хорошие попытки бывают. Значит, пока можно продолжать. Thank you.
очень плохо видел Кида. Вот это была очень хорошая попытка. Несмотря на то, что ни одно орудие не уничтожено, но у них мало у многих осталось. У троих мало осталось. Почему они так резко меняют направление? Я не успеваю вообще их увидеть даже некоторые. Прям вот я совершенно там не ждал сейчас яблоку почему-то. Я так и не могу понять, почему иногда яблоки появляются там, где их вообще не ждешь. Я просто в этот момент туда не смотрю, видимо, и... Но почему-то я не ожидаю его там. Наверное, он опять просто отталкивается не по траектории своей. Как бы мозг это не воспринимает, что там должно быть яблоко. Почему конкурируем? Ну, у меня стрим как бы... Я же... Мне же марафон. Так что как бы... Предаем все. Я в любом случае стримлю. Опять она отскочила раньше времени, по крайней мере по ощущению, это именно так. Я видел, что он летит, я прыгнул через него чисто тактически, но оно почему-то такое ощущение, что оно раньше времени отскочило, как будто у него хитбокс какой-то странный. Оно должно было чуть-чуть позже, я как раз должен был его перепрыгнуть, ну... Не знаю, вообще что-то странное. Абсолютно не рандомно я прыгал и так далее, я все рассчитал, но что-то, блин...
я должен был там размикрить вообще. Что-то сегодня прогресс вообще не прет. Цвета случайным образом выбираются. Гораздо вряд ли, я думаю, обычный рандом. Ну, функция рандома обычная. Где мейкеры? Зачем такое извращение? Меня желтый убил. Привет, Кент. Что-то сегодня желтое плохо получается. Странно. Сегодня что-то желтое вообще не идет.
никак просто не идет. В пятницу было лучше. Желтого убил. Когда желтого убил, сразу такое волнение начинается. Наверное, потому что я остроту забыл на желтую. Сейчас я попробую ее опять надо нормально использовать. А не как попало. А то что-то я опять на какой-то тупой микрош перешел на ней, вместо того, чтобы делать именно так, как мне объяснял Тиджи. Фиолетовая, ну вы видели, мне фиолетовая просто заградила дорогу, обратно было поздно уже бежать. Нравится? Чем нравится? Супер яблоки, а их, они просматриваются в целом. Если ты нормально боковым зрением можешь смотреть, то в синих яблоках, в общем-то, ничего страшного нету. А желтая, вот особенно красная, это вообще как бы что-то жуткое. Я до сих пор так и полностью не понимаю красное. А желтая, ну там вроде если по строте, то просто, но она что-то какая-то странная очень строта. Ее надо просто понять, эту строту еще. Не так-то просто.
я не смог сейчас эту страту попробовать, потому что меня зажало. Кент раньше тоже такое было желание, но ну, не в этой игре, когда я только там Боши первый раз проходил. Но потом иммунитет выработался. Не полный, но по большей части. Ну вот это вот что было сейчас? Почему я постоянно умираю в самом конце фазы? Ну почему я в самом конце фазы постоянно умираю? И да, и нет одновременно. В целом тактика-то не меняется, но где-то может быть лучше меньше урона нанесу, но типа промикрю. Да, конечно. Это логично. Самое главное, я себя отучил, вроде бы отучил. Вот дурацкой такой вещи, типа когда у орудия остается очень мало здоровья, то я не пытаюсь ее быстрее добить, я просто играю так же, как обычно. Типа успею добить, ок, не успею, значит на преследующем появлении добью. Как бы это правильно, но изначально как-то хотелось добить постоянно и умирал из-за этого. Вроде отучил. Лучше вообще на хп не смотреть, как бы, на самом деле. Но не получается.
я, например, знаю, что сейчас я, скорее всего, красную добью, но я вообще играю точно так же. Серьезно? Я так умер? Серьезно? Я так не пройду этого босса, если я буду так умирать. Я не знаю, из-за чего это происходит. Я не знаю, из-за чего это происходит. Просто. Хотя ж такие смерти сильно дезморалят. Привет, Акиш. Блин, я там красную вынес. Ну, блин. С вынесенной красной уже половина победы в кармане, можно сказать. Вот бы еще умирать на синий. Ну вот я вынес почти. Там больше половины фиолетовые. И чё это мне дает? Вообще ничего. Ну то есть, фиолетовый — это не самая сложная фаза. Мне по сути ни жарко, ни холодно, даже если я вынесу ее полностью. То есть надо другие носить в первую очередь. Но, к сожалению, я не могу выбирать. На красной фазе иногда нужно смотреть именно на кида, чтобы промикрить, желательно. Единственная фаза, где нужно смотреть на кида иногда. Ну то есть не то, чтобы примерно видеть, где он находится, а именно точно. Работает страта.
Это вот сейчас вот именно как надо было размикрил, всегда бы так. Но это было очень на удачу. Я прям меж хитбоксов там стал. Но всегда так не будет. Поэтому желательно все-таки таких ситуаций избегать. Я просто боялся шипа, что он выйдет там. Ну и правильно, в общем-то, боялся. Только надо было прыгать, наверное, не так высоко. Я, кстати, 10 часов на 8. 10 часов убиваю Destination. На самом деле тут расстраиваться нечего, потому что, как я говорил, некоторые его и 60 часов убивают, так что 10 часов это ничто. Для Destination это ничто. То есть я на него примерно и рассчитывал где-то часов 30-40 вообще в изначальной программе. Но надеюсь все-таки, что меньше займет в итоге. Потому что вроде бы идет не так уж плохо. Что-то сейчас не по плану пошло. Ох, что-то я про шипик-то забыл. Не, мне музыка вообще сейчас не напрягает. Я, знаешь, я, наверное, не об этом думаю немного. Да и плюс она мне, в принципе, нравится.
так сказать, привык. Я привык. Но это все, это было потрачено изначально, это было очевидно. Undodgeable. Шип дурацкий, ну. Во второй камере половина саундтрека из Sonic Alone. Но не этот, конечно, этот и стоп. Я имею в виду вот на уровнях там на многих. Вообще, теоретически, я могу засунуть, скажем, ну, допустим, ремикс этой мелодии, другую версию, файла игры вместо этой композиции, на боссе будет другая музыка, ну, которую я засуну. Но я, наверное, пока не буду этого делать. Если он займет у меня 20 часов, тогда, может быть... Блин, у меня глаза адаптировались, мне уже почти не режет это глаза, вот этот переход на красный. Что за жесть. Реально, я на полном цвете играю. Как-то вообще пофигу, в принципе, стало. По-вашему, это можно было размикрить? Ну, там, по-моему, был проход в размер сетбокса, но попасть в него это такое... Блин, глаза все-таки как бы они у меня в целом устали. Ну, видите, я, наверное, моргаю часто, да? Потому что устали глаза. Все-таки страта, как видите, в целом работает.
просто надо ее правильно выполнять. Я просто ее неправильно иногда выполняю. Найтрики, что ты делаешь? Привет. Что это? Выкрутился. Как я об это умер? Как? Я лево и право, что ли, перепутал? Давай, на три. Ну просто я. Видишь, немножко сейчас не в том настроении. Я сфокусировался, а ты меня гифками отвлекаешь. Просто след, ну как вы думаете, что эти гифки могут отвлекать стримера? Или ты специально хочешь плохое сделать? У меня же вот я даже боковым зрением вижу, что там мельтешит что-то. И это отвлекает все равно. Раздражает взгляд. Абсурд не отвлекает, потому что у него уровень, а у меня босс, ты как бы не видишь, что у меня босс, которым нужно сильно микрить, как бы, лол. Можно же догадаться, наверное, что мне это будет отвлекать. Так, а значит не во время удачного трая, а он мог быть уже после того, как я отправил. Она уже не сразу прокрутится. Еще пока видно, еще пока видно.
что этот смайл означает, пророк? Ты можешь объяснить смысл, для чего ты его ставишь? Что, как я должен реагировать на него? Инструкцию к этому смайлу завезли? Типа, ты фанат Will of Games, я понял. И что? Ты это хочешь так афишировать сильно? Очень долго нужно в концентрации сидеть. Меньше 10 минут. Минута 4 с чем-то, по-моему. Как бы, ты же понимаешь, все зависит от того, постоянно я в шипик стреляю или нет. А я не всегда в него постоянно попадаю. Иногда в другую сторону, когда бегу, то не попадаю. Ой, я остроту сломал. Это плохо. Нет же, ну я уже ничего не мог сделать, я просто, вы видели, я не мог ничего сделать, я просто был уже в полете, я отпустил кнопку, но... Затралило, просто затралило.
зато своя, я не знаю, какие там спидран страты или про игроков. Мне никто не говорил какие-то страты, я только на желтую мне Диджи сказал, а так я сам все остальные выдумывал. Нет, так в смысле, ты же не понимаешь, что ли, для чего я брейдую? Чтобы самонаводящиеся яблоки навелись повыше, чтобы я мог легко размикрить. Мне как бы, чтобы я только один поток микрил, а не два. Возможно, как-то там есть и лучше страта, я, если честно, вообще не знаю. Ну, вроде бы она довольно рабочая, поэтому я как-то даже не искал других. Вот на красную очень специфичная страта. Ощущение, что я бы даже задел вообще за эту яблоко, я не знаю, почему я не умер. Правда, все-таки хитбокс кривой. Успею проскочить почему-то. Вообще непонятно было, как это проходить.
Какая дурацкая смерть опять. Я столько уже снес там на желтый. Блин. Зачем я его нельзя перепрыгивать. Вообще такие яблоки нельзя перепрыгивать. Зачем, почему я не по строте делаю? Потому что мне кажется постоянно, что я ее сбиваю, эту строту. Потому что я ее не понял до конца, из-за этого вот вся проблема. Она такая неочевидная. Адреналинчик хлынул немного, честно говоря. Нормально так. Сейчас, минутку. На самом деле So Close это там очень относительно было. So Close к личному рекорду, да, но к убийству босса все-таки нет. Я мог там 3 вынести вообще-то довольно легко уже, но там чуть оставалось. Потому что я запаниковал, я вам честно говорю, я запаниковал на желтой фазе. Все, у меня какая там страта, я просто уже паниковал. Истерию бегал туда-сюда. Тупо. Я пытался восстановить страту, потому что понимал, что сейчас будет все, но вообще не мог.
А представляете, если желтая последняя останется? Острота, острота, где? Нету. Ну ладно, фиолетовому не так жалко. Но в целом я даже не знаю, по-моему, чуть-чуть прогресс может быть и есть по боссу, но такой призрачный, конечно. Как меня убило? Как? Я не понял. Как меня могло там убить? Настолько отработана уже страта на эту фазу, как я там умер? Просто как? Опасно было как-то. Да, ну тут не рассчитал силу прыжка.
Так, надо запилить хорошую попытку. Что делать? Как они полетели? Почему? Не должны они так лететь. Все, желтую включаем. При строте они не должны так безумно лететь. Откуда? Опять откуда оно там взялось? Не, красная тоже стоит. Красная или желтая? Против стартует красная или желтая? Красная. При помощи фиолетовая вторая будет.
такое разнообразие, прям каждый по одному уже включилось. Не те, которые нужны. Вообще не те. Ну и чё, я фиолетовую и синюю сейчас только бил. Называется, начал с красной. Так бы, я не думаю, что если я вынесу и фиолетовую, и синюю, то вообще не думаю, что я потом красный и желтый по-любому затащу. Вообще ни разу. Вот опять сейчас красная, а потом желтая включились. Это хорошо. Опять красная. И желтые, ну вот молодцы, сейчас норм включают. Ну, пора бы уже и фиолетовый, действительно. Слить красную. Минус красную. Страта, страта, страта. Ну нет. Блин. Ну это идеальное было. У меня красное и желтое почти уже выключили. То есть красное вообще выключилось, и желтое почти. Сейчас бы потом фиолетовую можно было бы добить уже, и там одна синяя оставалась. А, вот это была, должна была быть победная попытка, по идее. Упущенная, короче, победная попытка. Чё я синий начал? Не, фиолетовая. Пытался я вырваться влево и зря, на самом деле. Нужно было вправо и прыгать, как обычно.
Как обидно, как обидно. Ну, у меня устали глаза на трое. Если хотите, я могу выключить камеру. Если хотите, я могу выключить камеру вообще без проблем. Спасибо за хост, блин. Знаешь, как играть в это прикольно? Контро. Десять часов. Опять обратно полетело, вообще не очень. А его на Биза Литл Раннер может пройти. Пройдешь довольно быстро. Она очень простая. Я ее прошел за 30 минут. Ну, правда, уже с опытом игры. Ну, ты понял, ну, то есть... Может, займет у тебя, не знаю, несколько часов. Скорее всего, не больше. Где страта? Я опять... нельзя говорить. Все, нельзя говорить, это желтая фаза. Ну, я с Боши начинал, да. Но Боши это сложно. Это надолго, много времени займет. Но только если с Боши, то не с изи мода, а с Total Average. Иначе лучше тогда в начале Little Runner там какой-нибудь, а потом все-таки Total Average. Только из-за автострельбы. Ну потому что она не... Ну блин, много причин. Ну как бы нет смысла, если хочешь играть в Аймана, играй нормально. Зачем больше на изи играть? Там половина атаку боссов не увидишь, а какой смысл? Там атаки интересные. Половину этих геймплейных моментов пропустишь из-за розовых платформ. Ну а зачем? То есть считай, что ты пол контента игры вырезаешь себе из мода.
предпочитаю атаку, честно сказать, больше пинового. Куда мне было деться? Ну, чтобы его перепрыгнуть, я лично как делаю? Вот смотри. Так, для тебя, да? А, не, стоп, наоборот. У тебя же зеркально, да? Вот тут у нас скелет ходит туда-сюда, а тут ты стоишь. Вот скелет начинает идти влево, да? То есть разворачивается и начинает идти влево. В этот момент ты прыгаешь такими большими прыжками на левую часть платформы, и, ну, как бы, если ты это сделаешь именно когда он начнет идти влево, то пока, когда ты допрыгнешь, он будет идти вправо, и ты встанешь на левую часть платформы. Ну, я лично так всегда делаю, и, как видишь, норм прохожу. Троллинг скелета можно проигнорировать, если сразу запрыгнуть туда, там легко успеваешь. Место с блоком, который тебя убивает? В смысле, на первом экране Little Runner? Ой, я не помню. Я не помню там вообще, как бы я же как и прошел, но забыл. Игра тролльская, но она не сложная. Но именно в качестве, ну, по параметрам, ну, типа по шипам там, да, по яблочкам там, она несложная. Но потроллить может.
там вначале была дурацкая страта на глазик. Я на глазик угрохал там 1000 смертей где-то там, ну или 700. Опять чуть не умер просто так. Ломаем страту. Хорошо, не закончится. Чё ж так везёт-то, а? Жесть. Просто гипервезение. Я просто не был готов к этому, к переходу фазы. То есть, ну, она меня в центре застала, это очень плохо. Один выстрел, и у нас была бы минус фиолетовая. Но это еще не означало бы победу, все равно там еще красная, на синей тоже можно из-за волнения. Ну как я на желтый там нарандомил, вы видели? Как я на желтый нарандомил? Что вот это было сейчас? Рандомишь, значит у тебя правильная страта рандома. С моей стратой, которую я пытался, это жесть. Ну, по сейчас у меня как бы уже нормальная страта, как у всех. Thank you.
красная не должна представлять угрозу больше. Только не умирать, главное, на синий и на фиолетовый. Тогда есть какие-то шансы. Да, как я и сказал, красная вся потеха. Желтая, пожалуйста. А, жесть. Ну это просто лучшая попытка, это просто лучшая попытка. Это так близко к убийству босса, это так близко. Надо дожимать. Надо дожимать. Рада еще последняя фаза, но хотя бы до нее дойти, это было бы уже очень круто. Немного руки трясутся, честно сказать. Зато стрелять лучше стало, потому что палец трясется. Спасибо, ну привет, привет. Главное соблюдать спокойствие. На этой фазе нужно, во-первых, как можно меньше прыгать, потому что... О, Джокер. Печалька. Потому что...
эти яблоки не должны вылететь в стену, иначе они оттолкнутся с очень плохой траекторией. Мне бы твои проблемы, Джокер. Но я помню, как тяжело было глазиком, ну, в целом этот сейф пройти с глазиком. Даже немножко дропнуть хотелось. Потому что после Соника и такая подстава сразу. Биотоп, ну я видел. Нет, быстро отъехала. Ой. Как я так умираю-то? Thank you.
сломал остроту. Сломал остроту. А что ГГ-то? Привет, Дмитрич. В смысле, сложнее, чем Боши на рейпе? В Камиле третья. По-моему, вот это даже сложнее, чем Боши на рейпе. Гизер? Ты Камиле 2, что ли, проходишь? Просто стена летела. Так, да, естественно. Ну, часа 4 сидишь. Я гизера проходил сколько? 10 часов 30 минут. Так что 4 часа это мало. Я не помню, через сколько часов я впервые Вейденс прошел. Но я помню, что мне тоже казалось, что я уже скоро пройду его, а на самом деле нифига, еще прошло куча времени. Привет, Хиппи. Ну такое, я почти убил босса, можно сказать, один раз. Был очень близок. Что я сейчас сделал? Что-то... Привет, Гантриггер. Я, короче, вынес желтое орудие и вынес фиолетовое одновременно. А у красного и у синего осталось у каждого меньше, чем по половине. Такая была попытка. Не, Хиппи, мне нравится. Просто сейчас уже подустал, но вообще мне нравится. Гантриггер, сегодня стрима не будет? Так, фиолетовые мимо. Фиолетовые мимо, говорю. И синие тоже мимо.
Не, не факт, вообще не факт, что сегодня добью, вообще ни разу. У нас осталось где-то полчасика примерно на стриме. Так что ложная надежда из себя нет, как-то. Не надейтесь просто так. Как, я забыл, как это правильно сказать. Не питайте ложные надежды. Да что, что происходит? Все, давай нормально. Ну, финальную фазу теоретически можно с первой попытки пройти. Ну, в смысле, ну... Как бы, теоретически, не в смысле, ну... Не то, что там вероятность на 0,01%, типа, это тоже теоретически нет. Вполне вероятно, на самом деле, что можно ее с первого раза пройти. Ладно, синий побью. Задолбался рестартить. Издевается, ну... Ты можешь красную или желтую выдать? Спасибо. Ну вон же в заголовке написано, 55 часов я прохожу эту игру. Ясно, Джокер. Бывает. Получится, получится потом. Читамена? Не, не прошел. Да что-то не хочется. Ладно, синее побьем. А то так можно рестартить это посинение. Саму игру, я про игру и говорю. В заголовке окна написано, сколько я игру. Правда, таймер не работает, когда game over экран. Да я там мало на читамене посидел, я посидел на нем, по-моему, там часов 10 в сутки. Может, чуть больше, я не помню. Может 15, ну я не помню, даже если 20, ну там я близок был в принципе к тому, чтобы убить его. Наверное, оставлял ему процентов 30 здоровья в лучшей попытке. Это нормально, я тоже промахивался по этой платформе, сейчас до сих пор промахиваюсь по этой платформе, Джейкер. Thank you.
яблочко не позволило пройти. Mortal Mod. Перепроходить? Лол. А чё, наушники не катят, что ли? Ну, Дмитрич, знаешь, если честно, не могу ничего посоветовать, потому что, смотри, ангел мод, он настолько простой, что ты, скорее всего, его пройдешь за присест, впервые играя, серьезно. Вот. А Mortal мод, он сложный и нудный, и, возможно, ты вообще его дропнешь, потому что, ну, честно говоря, нудновато такое, ну, так плотно и не так весело, плотно и не так весело, не знаю, поэтому. Ну как бы, ну ангел мод, он такой, как бы, он очень легкий, очень, просто обычный платформер. Обычный тупо платформер вообще. Так что как бы вот тут из двух зол Mortal это и есть средний, там еще есть демон мод, но это вообще как бы. А, купили наушники. Mortal мод это и есть средний. Ну как бы это еще там есть вариант типа включить ангел мод, но при этом. Думит мод подрубить. Это, короче, у тебя будет то же самое, что ангел мод, но ты будешь ваншотаться от всего, как у Айванов. Абсолютно от всего. То есть, ну, хп у тебя не будет. Да, если ты из этих. Все, вы видите, я не могу, все, я, оно не идет, я выдохся абсолютно, абсолютно выдохся. О, смотрим, что там на Твиче. Че, Контригер, идешь стримить-то? Сервер не включил, но включу, как напишешь. Хопино не успел запуститься, я бы захостил. А так захочу к Синриру, короче. Да ладно, оно как бы не прямо Ивана наследник Зеро. Все-таки он хотел немножечко... Хотел немножечко он сделать больше в такой коммерческий уклон. Да, я приду. Во сколько там начало? 23 с чем-то, да? Ну, я приду, скорее всего. Ну, вон, тем более Гантриггер не будет стримить, значит, я точно приду. Не знаю, во сколько стрим завтра. Все, всем пока. Спасибо, что сидели. Увидимся.